И всем привет, дорогие друзья, с вами Крипер, и сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Ну, короче, как вы уже поняли, сегодня мы будем играть в Майнкрафт, но немножечко необычный, а в немножечко обычный Майнкрафт, телефонной версии, но на компьютере. Хрена себе. Ладно, допустим, выживание, назовем. Вот, и сегодня мы даже попробуем подключить, кстати, джойстик. Мы попробуем подключить джойстик. Начальная карта, ну это понятно, это нам нахер не надо. Генерация ландшафта. Готово. Вперед и... Вау. Ребятки. Я заспавнился где-то. Стоп, подождите. Вау, я заспавнился. И что первое меня, так сказать, немножечко удивило? У меня стоит сейчас вроде 18 чанков, но у меня не лагает. Что я могу сказать? Вроде, кстати, все плавненько. Прорисовочка такая большая, охренительная прям прорисовка, я, кстати, хочу вам так сказать. А давайте, у меня появилась идея, давайте попробуем сделать прорисовку на максимум. Я хочу сделать прорисовку на максимум. О, 65 чанков. Охереть, это просто шедеврально, ребята. О боже, оно дальше прогружает. Охереть. Жаль, что зума нету. Вот даже зум... Вот без зума это, конечно, да. Ну, а, допустим, сейчас... И, кстати, как я вам уже сказал, вы, наверное, помните. Так, давайте 10 поставим чанков. 10 нормально. Так, я, короче, немножечко под себя подстроил настройки. И давайте посмотрим, что же тут все же по-другому. А, водичка. Мы видим водичку. Я все на C нажимаю, короче, чтобы зумом прибавить. Кстати, я хотел еще попробовать геймпад. Стоп, реально? Ё-моё! Геймпад работает. А как прыгать? Как вы видите, я реально подключил геймпад. Так, это shift. Это инвентарь. Прикольно. Давайте попробуем свинюшку замочить с помощью геймпада. Кстати, если хотите видос, как я играю в Bad Wars на геймпаде, тогда как бы ставьте лайк. Офигеть, сюда тварина. Погнали, попробуем добыть дерево. Мы ломаем дерево. Сейчас даже попробуем что-нибудь скрафтить. А потом, наверное, перейдем обратно уже на обычный этот. Берем вот это. Окей. Так, забираем доски. Окей, получается, ставим. Заходим. И мы можем крафтить это. Ребята, это шедеврально. Но сейчас я переключаюсь на мышку, потому что это невозможно играть. Я не знаю, как я собрался вам делать ролик по типу... В Bad Wars играю с помощью джойстика, это ж хардкорчик какой-то. Так что я могу заметить, тут нету ачивок, вообще нету ачивок, и это неприятно. Наверное, хотя с одной стороны, нахрена вообще нужны ачивки, наверное, просто как бы, ну, чтобы были. Знаете, что мне тут нравится реально, тут включишь все 65 прорисовку и сидишь, идешь просто не видишь конца и края, блин, я не знаю. Ну это классно. Так, что я могу сказать? Ставим блоки. Тут же можно... Да! Ой, тут можно вот так строиться. Это охрененно с одной стороны, а с другой стороны этим будут все пользоваться. Вот. Да боже. Да боже. А, во, вот так делается, все круто. Ну вот, как-то вот такой ролик получился, что у меня только что было с голосом, я понятия не имею. Если вы хотите полное прохождение Bedrock версии на компьютере, то, в принципе, ставьте лайк. А если вы хотите полное прохождение Bedrock версии на компьютере с джойстиком, а это супер сложно, я буду очень сильно мучаться. Поэтому пишите комментарии. И, кстати, в скором времени ждите, наверное, Bad Wars на джойстике. Мне кажется, будет классно. Вот, ну а с вами был Крипер, всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Кстати, для тех, кто не понял, я просто как бы посмотрел, как в это играть, и все. Вот, да. Всем пока-пока.